На подмосковной базе отдыха «Круглое озеро» состоится 5-й автомобильный фестиваль «Tuning Open Fest». Мероприятие пройдет в лучших традициях пляжных вечеринок – у воды и среди заряженных автомобилей. Гостей и участников ждут яркие цвета, космические формы и, главное, ни на что не похожий стиль уникальных машин и их владельцев. «Tuning Open Fest» обещает собрать ярчайших представителей автомобильной культуры. Первый в своем роде фестиваль в формате пляжной вечеринки ежегодно собирает более 200 тюнингованных автомобилей. В этом году программа станет еще насыщеннее. Конечно, громкая музыка в нее уже включена. На открытой площадке помимо самых разнообразных и нестандартных машин выставят картины современных художников. А если вы захотите почувствовать себя на их месте, то для творчества выделят специальный автомобиль, чей кузов послужит холстом. Ну и какой же пляж без активного отдыха? На территории фестиваля организуют игры на воде и песке, водное сап-поло и пляжный волейбол. Также будет работать школа виндсерфинга и вейкборда. На весь Tuning Open Fest отведены сутки с 13 по 14 июля. Нон-стоп, без перерыва. В России могут ужесточить наказание за езду без полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Так, за повторное совершение административного правонарушения предлагается штрафовать автомобилистов на 5000 рублей или лишать водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Сейчас штраф за такое нарушение составляет от 500 до 800 рублей.